много раз летать вместе с Медханом, Султаном, когда делалась невесомость внутри самолета. Как она делается? Самолет на большой высоте летит по траектории параболической. Это как бы маленькая часть орбиты. И во время полета несколько раз так вот он летает и повторяется вот эта невесомость. Полеты чрезвычайно опасные, потому что при выходе на корпус, при уходе с нее, крылья очень, так сказать, напряжены, и они просто поворачиваются кверху. Некоторые, которые экспериментаторы, военные, там, врачи летали, когда они видели, что делается с крылом, а крыло поднимается, и знаете, оно вот так вот, как будто из консервных банок все состав, переставали летать. И поэтому даже начальник летной части, Гринёв, он каждый раз говорил, разрешал все меньше и меньше исследователей на борту самолета. Когда я к нему подходил, говорю, ну в чем дело? А он говорит, а мне не все равно, сколько ваших родственников придут, когда вы разобьетесь. Вот. Но что про Медхана? Разные летчики летали. И очень трудно создать эту невесомость так, чтобы в кабине все висело в воздухе, не падало бы вниз, не поднималось бы кверху. И всем летчикам до одного с первого раза это сделать не удавалось. Обязательно была невесомость либо частичная, либо кверху улетали люди, которые внутри были. И единственный человек, это было удивительно, нас всех это поразило, это был Амедхан Султан, который с первого раза сразу сделал невесомость абсолютно идеальной. И максимальной продолжительности, которую можно было делать на этом самолете. Он летал много раз, он обучал других летчиков, как делать, чтобы эти режимы невесомости были идеальны. Был один, правда, интересный случай. Амедхан решил сам посмотреть на эту невесомость. Я даже не знаю, хотел ли он полетать в салоне, а пол из мягкой пористой резины толстый такой был, чтобы после невесомости, когда все падают, ну, чтобы было более-менее нормально. Он оставил второму пилоту управление самолетом, стоял около салона, и когда началась невесомость, когда кончилась перегрузка, он вдруг неожиданно, я думаю, для себя влетел в салон. Влетел в салон, а в это время проходили испытания разных животных. И в частности в салоне впервые в мире проводили исследования того, как в невесомости ведут себя птицы. Это были голуби. Ну, не буду вам про голуби рассказывать. Они летали то вверх, то вниз, и вместе с ними полетал Медхан Султан. Вот. Мало того, что он полетел. Так он вот делал вот так руками, он был страшный совершенно. Невесомость кончилась, все упали на пол, он упал на пол и сказал, что за курятник здесь развели. Вот, чтобы ни одного перышка не осталось. И тогда наш кинооператор Костя Великов сказал, Амед, а ты сам-то был как петух летал. Но дело в том, что когда он летал, у него, он как бы так, видимо, он опытный человек, невесомость он бывал неоднократно, когда летал на истребителях, поэтому у него было неожиданно, что он влетел туда. И как это так все получилось? И вот так он делал. И тогда еще один у нас говорит, нет, ты не как петух, ты как селезень. Интересно, что он был очень серьезный, но все понимали, что ему смешно, так же, как и нам. Потом, естественно, все прибрали, все сделали, все было хорошо. Вот что я хотел вам сказать. Ну, еще один момент я хотел бы сказать. После гибели Амедхана кабина Ту-16 была, поставили ее позади ангара. По-моему, позади третьего ангара поставили ее. А там рядом проходила дорожка асфальтированная, по которой сотни людей проходили на работу и потом уходили обратно. Летно-исследовательский институт тогда был 12 тысяч человек. Это огромная, мощная организация была. И они проходили мимо вот этой вот кабины, ну вот она так невысоко стояла. И на ней две ласточки свели гнездо, не боясь людей проходящих. Но самое интересное, что на следующий год их птенцы на этой кабине свили гнезда. И вокруг летали ясно, проходили люди, стояла кабина, и вокруг на этой кабине летали рядом ласточки. И
кормили своих птенцов. А третий год там просто их очень много стало. Это было удивительно. Это был памятник выдающемуся человеку. Вот что там. Дорогие друзья, мне очень приятно встретиться здесь сегодня с вами. Я услышал очень интересные содержательные сообщения, доклад, очаровательные, очень интересные женщины, прекрасного специалиста Дефиде Мухтерина. И, конечно же, началось все это достаточно давно, наверное, где-то около четверти века. Тогда она была очаровательной девушкой. Сейчас она очаровательная женщина. Спасибо, Мухтерин, очень интересно все и как всегда содержательно. Дорогие друзья, приказ о зачислении в летно-исследовательский институт Амирхана Султана датирован 7 февраля 1947 года. Это было 70 лет назад. Я хотел сегодня вам очень кратко рассказать то, что я частенько перечитываю, но вот сегодня мне было это особенно приятно. Было время, когда мы все были очень близко связаны и дружили с Петром Ивановичем Кузьминым. Я сегодня взял книжку, подаренную мне этим человеком, с надписью «Очень теплой, дружественной». Я пролистал часть страниц и обратил свое внимание на то, а как это было в феврале 47 года, по мнению автора книги. Если позволите, очень коротко, буквально полторы минуты. Рано утром на электричке в город Стаханов приехал Амирхан Султанов. Он приехал один. Дождался на привокзальной площадке автобуса и добрался до проходных центральных летно-исследовательских институтов. Пройдя проходные, он поднялся на этаж, где располагался тогда руководитель летно-испытательной службы Данил Степанович Зосин. Имел честь с ним общаться. Секретарь приемной и небольшого росточка, очень подвижный человек в кожаной куртке. Это был Петр Иванович Кузьмин. Это было в начале февраля. Дата не уточняется. Амирхан спрашивает Петра Ивановича: «Вы что, тоже в этот кабинет?» Он говорит: «Да, я в этот кабинет тоже, в этот кабинет». Так выпало, что Петр Иванович попадает туда первым. Встреча была не очень долгой и продолжительной. Он выходит очень такой развеселый, удалой, и говорит, что очень хорошее настроение. Давай! Давай! Амирхан Султан вошел в кабинет Данила Степановича Зосима. Тот ему сразу сказал: «Я знаю, кто вы есть. Тут много было героев, но дважды героев не было. Но дело в чем? Дело в том, что образование-то у вас церковно-приходское, 7 классов. И академию вы не закончили, Данил Ильич. А как? У нас техника новая. А у нас требования. Вот до вас был, например, вот этот неказистый человек. Он же химиком был. И он закончил ведь химический институт. Он инженер. А как? Как вы-то будете летать?» Ну и
достаточно сложно было отреагировать Аметхану на то, что сказал Данила Степанович. Как насчет метлы и бревна? Полетишь? Данила Степанович был старше Аметхана Степановича. И тот сказал, что полечу. Были некоторые еще, так сказать, коллизии с трудоустройством. Не было принято положительного решения в первое посещение о зачислении Аметхана Султана в летно-исследовательский институт. И когда в процессе всего этого, всех этих событий, Аметхан уже разочарованный вышел из института, его остановила Инна Владимировна на паспортниках. А она знала Алексея Петровича Якимова. Имел честь с ним быть знаком. А Алексей Петрович Якимов имел очень большое уже влияние. Опять-таки он постарше был Аметхана Султана. И когда встретился Аметхан Султан с Инной, она ему говорит: «Амет, ты как здесь?» А он ей: «А ты?» А Инна Владимировна, она вообще участница войны, она была в женском, так сказать, полку. Да, она была, так сказать, механиком одного из женских полков. Он говорит: «Все, к сожалению, не зачислен. Она: подожди. Почему? Образование слабовато». И вот она переговорила вначале с Якимовым, который имел действительно уже вес и уже был летчиком. И, конечно же, Алексей Петрович, выдающийся совершенно. Он просил руководство института о зачислении в технику Аметхана Султана, который через некоторое время его, признаться, оставил, потому что ему было неинтересно. Но он проявил себя как выдающийся, талантливый летчик за это время. И когда те, кто принимали решение, получили информацию о том, что он и из техникума ушел, не закончил, то было уже все понятно. Этот человек, Богом дали на его летание, и он должен остаться в летном институте. И 7, повторюсь, февраля 1947 года, ровно 70 лет назад, страна получила выдающегося летчика, выдающуюся личность, героя героев. Благодарю. Уважаемые коллеги, мы очень рады и горды присутствуем на этом памятном вечере и представляем ветерану 9-го гвардейского истребительного полка. Один из командиров этого прославленного полка – Шемелихин Олег Аркадьевич. Знаете, кавалер ордена заслуг Родины 3-й степени. Также здесь присутствует начальник воздушного огневой и тактической подготовки 9-го гвардейского полка в свое время, старший штурман полка Никулский Александр Николаевич. Счастливость в этом полку служить, начиная с заместителя командира эскадрильи по инженерной авиационной службе, начальника ТЭЦ полка и заместителя командира полка по инженерной авиационной службе. Мы вместе одной семьей, как воспоминаем имя Владимировны, паспортниковой, дружим, технический состав, инженерный состав, слетный состав. Живем в доме на одной площадке и зачастую, как вспоминаю случай, прихожу домой, после полета открывает соседняя дверь, выходит жена пилота и говорит: «А мой где?»
Потому что она знает, что успешное завершение полета и посадка ее мужа зависит в том числе от ежедневной технической службы. Поэтому мы как бы готовим, вы все, наверное, представляете, да, как вас влияет. Вот. Лелеем, заправляем, снаряжаем и как будто с руки перинку взываем и выпускаем их в небо. И поэтому я горд, что в таком прославленном полку, в котором 29 героев Советского Союза, с них 4 дважды, во время войны наводили страх на немецкие, фашистские клубновые тузы. Поэтому среди них, как бы одним из этих асов воздушных, которых боялись немцы, находился Ахмед Хан Султан, который почти всю войну провел данный полку. Поэтому мы в послевоенное время помним их подвиги, бдили и бдим их традиции, вот, память о них, и доносим это до юного поколения. Будучи, кажется, в войсках, мы вместе в любой юбилей с ветеранами вспоминали, создавали фильмы, и в каждом фильме про современную жизнь полка были кадры военной хроники, и все видели, какие прославные асы были в нашем полку. Значит, Ахмед Хан Султан вместе со всеми ветеранами нас неоднократно, как говорится, увековечен, был наряду с всеми теми памятниками, которые здесь доводил начальник музея, и вы знаете, вот полку нашего города Андижане в Узбекистане было тоже два памятных знака, на котором на каждом с ним на одном были фамилии всех этих героев, вечный огонь горел постоянно. На втором памятнике на штыках, как бы с земли выходят винтовки, на конечниках штыков были параллели всех героев. И в средней части, как говорится, четыре героя дважды. Поэтому пока были живы герои, они всегда приезжали, встречались, рассказывали, вот, и впитывали мы их, как говорится, слова и воплощали это в свои повседневные, как называлось, учебно-боевой подготовки. Мы, инженеры, техники, вместе с летчиками носили вклад в безаварийную летную работу 9-го гвардейства, который всегда славился, и в этом отношении получал всякие переходящие знамена. Полк воспитал в своих рядах и генерал-полковника целого, который служил в главном штабе вот, ПВО, генерал-майоров ряд, полковников, снайперов, орденоносцев, которые приумножали славу этого полка. Поэтому техника, которая после войны уже поступала в 9-й гвардейский полк, успешно мы ее осваивали совместно. И на предпоследней стадии был у нас такой знаменитый, если все знают, Су-15, который отличился с Боингами, да? Но это самолет еще отличен от того, что пилот в нем сидит, честно говоря, как Ахмед Хан Султан, когда я читал национальный самолет, этот планер с неотцепившейся стартовой тележкой. Так само и Су-15 несется, посадочная скорость должна быть, чтобы он не свалился не ниже 360 км в час. А пилоту, если вдруг непогода или плохая видимость, то приходится изгаляться, я вам скажу. И если он нашел, прикоснулся, да еще и смотри, когда парашют выпустить. Иначе парашют, наверное, лопнул, и он пошел за полосой по рекам. И приходится до утра вместе совместно его выковыривать и вытаскивать обратно. Вот. Поэтому я говорю, такие у нас были будни. Но тем не менее, успешно осваивали. Вот. И когда в один из случаев вражеский аэростат ненароком залетел в наше пространство в Средней Азии, миги пытались, один, второй, ничего не получилось. Позвали Су-15, и майор Мирошниченко успешно его сбил. За что получил, как говорится, и звание, и орден,
и автомобиль в то время дефицитный был. Вот. А спустя 10 лет, когда нас опять ПВО с ВВСом объединили, на учениях опять тот же случай. Все полки пытаются, недостаемо. Опять Мирошниченко попросили, он летел, и учебный этот аэростат тоже был успешно сбит. Ну и завершил полк свой, как говорится, исторический боевой, или как уже учебно-боевой путь. Это 91-92 год, вы знаете, с распадом Советского Союза на прославленном самолете Су-27. Тоже успешно освоили. Вот. Но, как говорится, история не вычеркнешь. И пришлось, как говорится, многим пилотам, многим техническому составу инженерному искать свое пристанище в лоне России. Но тем не менее, с успехом продолжили свой путь, летную работу в новых условиях. Вот. Пришлось оставить и технику, пришлось оставить те знаменитые памятники на территории Узбекистана. Что с ними произошло, не будем вспоминать. Вот. Но тем не менее, полк прекратил, как говорится, свое существование. Вот сейчас мы, ветераны, пытаемся обращаться к командованию, к Министерству обороны, к президенту, чтобы возродить этот прославленный 9-й гвардейский дивизионный авиационный полк. 29 героев Советского Союза — это пример всем поколениям. Вот. Но на этом не прекратились наши, как говорится, воспоминания, наши традиции полка. Благодаря тому, что первого вот гимназия 2072, еще в 1978 году при активном участии ветеранов Великой Отечественной войны создан музей. Он увидел в такой большой комнате. Вот. Но школьники своими руками собирали эти все экспонаты, ну, с привлечением, как говорится, ветеранов, было, что было, и создан очень хороший музей. Вот. Уважаемая Тефи видела все. Вот. И мы на базе этой школы уже в нынешнее время встречаемся, ветераны, вот, вместе с школьниками, которые с курсоводами даже выступают в этой школе и отлично рассказывают историю, называют всех героев, Аметхан Султана и всех остальных. И есть личные вещи некоторых вот, пилотов. Поэтому продолжается традиция. И буквально 3 года назад на базе этой школы был открыт памятник 9-му гвардейскому истребительно-авиационному полку. Очень симпатичный, красивый, сделанный из камня. Вот такой большой стела. Спереди все 29 героев. В Советском Союзе дважды героев. На задней, на тыльной части карта, путь боевой нашего полка 9-го гвардейства. Вот. И все теперь, как говорится, имеем мы место, где мы можем прийти, вспомнить и в то же время поучаствовать в патриотическом воспитании молодежи. Кадетское направление. 3 класса. Это уже кадеты, как говорится, 9, 10, 11. А все остальные стремятся туда, которые кадеты, воспитанники, как бы, подготовительные. И вы знаете, такой ажиотаж. Все родители со всех этих самых округи приходят и возьмите в школу, возьмите в вашу школу. Потому что воспитание, дальше дисциплина, мы с ними встречаемся, рассказываем про наших героев Великой Отечественной войны. Поэтому они, как говорится, не забыты, продолжают в памяти жить. В том числе Аметхан Султан. Поэтому хочется, как говорится, чтобы дальше так продолжалось, чтобы мы с вами совместно помнили о их подвигах, о их такой работе. И всем вам хочу пожелать всего самого наилучшего. Я представляю культурный центр «Дагестан» и общественный фонд «Серебряногорская». К вашему сведению, могу сказать, что культурный центр «Дагестан» уже не первый год организует 9 мая на Новодевичьем кладбище День Победы, митинг, посвященный памяти Аметхана Султана. Он, представитель, знает, что бывает. Очень даже в Ярославле в 2010 году на площади авиаторов тоже был установлен обелиск Аметхана Султана.
это тоже благодаря общественности, администрации Ярославля, также дагестанской диаспоре. В 2015 году мы посадили совместно с летчиками клуба героев города Жуковского, посадили, заложили аллею имени Ахметхана Султана в Серебряноборском лесничестве. Посадили 150 сочин по числу воздушных боев, и каждый год досаживаем, хотим довести до 602 по числу вылетов, боевых вылетов. Поэтому это где-то в мае, мы поэтому приглашаем вас тоже присутствовать на этом мероприятии. Аминхан Султан я лично видел, он как раз за месяц до смерти приезжал к нам на Алакское, мы, пионеры, выстроились там в каре и встречали героя, и помню его плащ от ворот, и тут две звезды, орденская планка, улыбчивое лицо. И встречали, конечно, его на ура. Это никто не знал, что через месяц он погибнет. И в клубе, потом, когда собрались, все и задавали вопрос, он выступал, отвечал на вопросы, и там был вопрос про космос, тогда это правда 71 год, но тем не менее спрашивали про космос, космонавтами спрашивали, а будет ли космонавт из Дагестана? Ну он просто шутливо ответил, да, будет, и наверное даже может быть лакец. И что интересно, это его шутливое пророчество сбылось. Через 17 лет Муса Манаров, лакец Дагестана, полетел в космос. Ну, то, что Аминхан Султан был выдающимся человеком, ну, тут все подтвердили, сказали. Мы, конечно, все мы помним про его боевые подвиги, начиная с тарана над Ярославлем и также все его воздушные дуэли там, над Мелитополем, когда он заставил сдаться немецкого аса. И то, что он свои самолеты сбитые приписывал друзьям. Вот. И последний самолет сбитый в небе над Берлином. И, конечно, помним его друзей Полилюхина, Головачева. И также годы испытаний Анохина. Вот. Также хочу подтвердить, то есть самое рассказать то, что помимо Крымско-Татарская республика, Крымско-Татарский народ знает, наверное, Сергей, не только Аминхан воевал, были и другие герои Советского Союза. Челбаш, наверное, Абдураим Рашидов, герой Советского Союза, как и дагестанцы, Юсуп Акаев, Валентин Эмиров, Леонид Гальченко. И мы, собираясь ежегодно, и там, ну, ежегодно день памяти Аминхана Султана, мы должны помнить, что это мы это делаем для воспитания подрастающего поколения, для нашей молодежи. В мае приглашаю общественность на аллею памяти Аминхана Султана, где мы ежегодно собираемся, ну ежегодно это два раза в год собираемся на посадку, организуем там выступления, встречи, чай. Спасибо. У нас в гостях находится очень интересный человек, чей отец снял исторический документальный фильм «Освобождение Освенцима», который потом демонстрировался на Нюрнбергском процессе при обвинении нацистов. Это был фронтовой оператор Кенан Кутубзаде. И у нас здесь в зале находится сын этого известного кинооператора Исмет Кенанович Кутубзаде. Вы знаете, я по профессии человек не выступающий. Я человек, который старается быть незаметным и снимать так, как идет жизнь, чтобы не смотрели в кадр. Вот. Ну что, ну, Амин жил у нас в Москве, у нас была маленькая комната, и он некоторое время жил у нас. Приезжал
друзьями. Я уже не раз рассказывал. Это был 45-й год, новогодний вечер, 31 декабря. Моя мама и папа собираются в Дом кино на встречу Нового года. Приходит Амен. Он тоже собирается со своими друзьями встречать Новый год. И в какой-то момент я смотрю, он сел к столу и начал снимать все награды свои. Одни лишь остались у него. Отец его спрашивает: ты чего? Зачем ты это делаешь? Он говорит: понимаешь, чтобы не потерять, там будет много девушек, будем шуметь, мало ли, потеряю. И вот такая куча этих наград, значит, он все это сложил в такую скатерку, и у него был, в нашем доме у него в шкафу было свое отделение, он положил туда. Кстати, там же было его оружие, он оставлял, пистолет, и, как сейчас помню, великолепная совершенно сабля, даренная дагестанцами. Она вся инкрустированная, небольшая сабля, которая помещалась в нижнем отделении шкафа. Ну, человек удивительной скромности. Нам часто с ним приходилось бывать на улице. Он все время старался идти так, чтобы держать свой китель. У кителя вот, ну что-то вроде, у него в руках было из одежды, ну, плащ, кажется. И вот он все время закрывал эти две звезды, чтобы на него не обращали внимания. Потом, значит, мы приезжали, мы с мамой, вот с края там, это моя мама, справа у края. Путенькая? Да, вот Путенькая такая, вот рядом Стасик, его сын Амета и мама Амета. А вот дальше кто это я не знаю. Это я снимал, но тогда, вот сейчас. Вот. Видите, как здорово. Там было видно айпеды. Очень интересные вещи рассказывал Амет отцу. Он рассказывал, как однажды, кажется, это было в Ростове, шел какой-то бой, такой бой, когда было преимущество немцев. А перед этим Аметхана посадили на губу за то, что он чего-то такое, в общем, он сделал, он посадил самолет каким-то вывертом, и его за это посадили на губу. И такой был момент, когда нужно было вылетать обязательно. Ему, значит, говорят: на чем полетишь? Выведи его с губы, на чем полетишь? А там были захвачены самолеты немецкие. Он говорит: вот на этом полечу, на немецком самолете. Я не могу сказать, что это было, противоречиво или какой там самолет, не помню. Вот, дали воздух, значит, дали знать о том, что на самолете таком-то, ну, в общем, нашим дали знать, что он в воздухе.
общем, благодаря тому, что он вылетел, он положил несколько самолетов. Не один, а несколько. Благодаря тому, что он вылетел, в общем, наши переломили ход, ход этого боя. Вот так вот. Ну, я же говорю, я не люблю вообще никому выступать. Приехала в Москву в 68-м году. Меня выбрали замком из плеча. И нам дали квартиру через год. Квартиру, это было в Витвальзианский проспект. Тут был мой, вот несколько пожилых людей, поняла, что-нибудь себе приготовить. Сосед Басыр Гафаров, мои соотечественники, наверное, его знают. И Свет. И третий, кажется, Аминхан Султан. Маленького такого росточка человек был. Я приготовила суп наш восточный. И второй, вы все знаете, кобете, слоеный пирог, кобете. И больше всех громко-громко нахваливала и говорю, боже, я такое и не ел уже давно-давно, только когда мама готовила кобете, он говорил, и ел. Я говорю, так, а как много он ест, еще говорит, никогда, это не ел давно. А, ну что. Очень симпатичный такой был человек. А потом, когда они ушли, мне потом супруг рассказал, что он, сколько герой, дважды герой, а третий медаль ему не дали вот с этим случаем. Я говорю, а почему вы все не могли пойти, попросить, сказать и так далее? Как это так можно? Дальше он услышал, что я преподаватель французского языка, несколько слов французских он мне говорит. Я говорю, эти слова на самом месте воевали летчики из Нормандии. Вот тогда я услышала. Это было необычайно. Он очень много интересного. Я не хочу ваше время отнимать. Он очень много интересного расскажет. И вот эта Софу, которая собирала после смерти материалы о нем, она нашла каких-то еще живых этих летчиков, с ними переписывалась. Я не знаю, нашли ли вы эти документы или нет. Вот это я не знаю. Дальше, значит, дальше было, мои соотечественники в 70-м приехали сюда попросить возвращения на родину. Они на Красной площади были. И мы тоже с мужем пошли. Он нас увидел, он был там. Он нас увидел, ну-ка, немедленно шагом марш назад. Ну, почему так? Он говорит, он боится за нашу дальнейшую нашу деньги. Конечно, тут доктор химический наук, он работал в институте. Я преподавала. Ну, такие были тоже моменты, необычайно интересные и трогательные. Но о нем всегда говорили все мои соотечественники. Как, да, самое главное, я забыла вам сказать, самое главное, что когда к нему обращались с просьбой мои соотечественники, а здесь учились ребята у нас, Эрвин Умеров, его уже нет в живых, писатель наш, Эмиль Амиль, писатель, ребята учились на литературном институте, и они должны были возвращаться, нет, вы не вернетесь, я вам помогу, вы останетесь, он помог, они остались. И вот он очень многим нашим молодым людям помогал. На ВДНХ был такой павильон, чебуречный, что ли, там Али Чебурекчи готовил чебурек. Он месяц раз заказывал за его счет чебуреки, и туда приходили мои соотечественные ребята, студенты, аспиранты, есть. Кушайте, не вам думать о том, что платить, я заплачу. Вот и такое было. То есть у него и он необычайно и добрым был человеком. И не было такого чванства, что я герой и так далее. Он спокойно со всеми вел нормальное состояние, все было нормально. Дальше он меня спрашивает, ну а ты устроился на работу? Я говорю, да, вначале я преподавала французский язык в университете, а меня даже в школу здесь не взяли. В школу. Рядом с домом школу не взяли. Дальше он мне подарил справочник систем Академии наук. Я стала листать и нашла такой лист, знаете, где на кафедре иностранных языков при президиуме Академии наук. И автор, то есть заведующий, Базиев Ахия Танаевич, Рахмет Осинджан, он его тоже нет уже в живых. И я поехала на Вавилово, приехала,
Я говорю, вы меня не возьмите на работу. Он посмотрел, говорит, вы сами, вы такой человек. Вы, ты откуда приехал? Вы из Узбекистана. Так ты тогда как рыбская? Я говорю, да, а что преступно мы совершили? Он говорит, да нет, я просто уточню. Нет, я тебя возьму. 3 месяца испытателя, а дальше ты будешь работать у нас. Я тебя возьму. И его мы пригласили к себе домой в гости. Это был Амирхан Султан. Амирхан Султан на 15 лет, наверное, младше был моего супруга. На 15 лет. Он необычайно интересные вещи рассказывал. Встречи со своими коллегами за столом, когда мы сидели, ели там. Очень интересно. Смешил нас. И я говорю, мне супруг говорит, смотри, сколько он интересный. Ну, пускай смеется, хоть здесь пусть смеется. Я же ведь родилась в 44-м году в поезде на 3-й день депортации. У всех дети умирали, маленькие, старики все умирали. А я 1.5 месяца поезд шел, а я стала жива. Когда мне было 10-12 лет, какие-то семьи приезжали и говорили, покажите нам эту девочку. Я так возмущалась, думаю, что я куклу, что ли, какая, чтобы меня показать. Вот только сейчас я понимаю, у них дети умерли, а вот осталась я, это как память от этого, понимаете? Мы очень страшные вещи, много вещей видели в своей жизни. И удивительно, этот человек всем помогал. Всем. Он не афишировал это, но он помогал. Извините, что я у вас время отняла, но просто, может быть, вот это я еще хотела дополнить вам сказать. Главный герой Советского Союза, летчик-испытатель, человек-легенда, Амирхан Султан очень любил свою родину Крым, свою прекрасную Алупку. И ей он посвятил свои стихи. Город, о, как ты мне дорог, по тебе скучаю я, Алупка моя. Горы твои, сады, дороги, красивее всех садов и дорог. Подобной красоты я нигде найти не мог. Город, в котором родился я, красивая Алупка моя. Люблю твои скалы, о, черное море мое, песню свою я, друзья, пою для вас. В красивом парке Алупки место найдется и для вас. О, Алупка моя любимая, я горжусь всегда тобою и хочу, чтобы ты, Алупка, вечно гордилась мною. Эти стихи легендарный летчик в 1969 году передал своему другу Искендеру Сулейманову, который был близким другом этого летчика. Стихи были записаны Амирханом Султаном в 1969 году. Я бы хотел бы по традиции почтить память Амирхана Султана и всех летчиков-испытателей, погибших во время испытаний и преждевременно ушедших из жизни, минутой молчания. Я воздушман, и урту мазга, сохул ванна.
Кирдин, кок юзунаде, атешлерге.